Открытие профессии юристы провели встречу со школьниками. Мероприятие состоялось сегодня в библиотеке Крашенинникова. На него пригласили специалистов в области юриспруденции и адвокатуры, а также сотрудников МВД. Они поделились опытом и профессиональными секретами, главное из которых – любить свое дело. Прежде всего, я бы хотел сказать, что данное направление деятельности для органов внутренних дел является основополагающим, потому что юридическое образование необходимо в первую очередь всем сотрудникам органов внутренних дел для принятия правильных, четких и, самое главное, грамотных решений. От решений каждого сотрудника полиции зависит судьба как непосредственно потерпевших, так и какое наказание понесет преступник. Поэтому юрист в наших органах это все-таки занимает первоочередную позицию. Школьники задали юристам интересующие вопросы. Встречу провели для учеников старших классов. Им еще только предстоит выбрать свой путь. А профориентационное мероприятие поможет взвесить все «за» и «против».